На тверских рынках проходят рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Очередная проверка прошла на ярмарке, расположенной напротив вагона строительного завода. Тему продолжит наш корреспондент. Напомним, постановление губернатора, вступившее в силу 9 ноября, обязывает предпринимателей в период непростой эпидемиологической обстановки обеспечить меры санитарной безопасности для покупателей. Правила распространяются на торговые и административно-деловые центры, а также объекты розничной торговли. Необходимо, да, соблюдать масочный режим, знаете, да, постановление губернатора у нас есть. Антисептик у вас тоже есть в курсе, да? Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вы обслуживаете посетителей своих покупателей без маски? Нет, не обслуживаю. Прямо говорить о том, что обслуживать ее не будет? Ну, у нас практически все в масках ходят. Очень редко кто зайдет. Если зайдет, сразу не ходят. Представители городской администрации совместно с куратором ярмарки проверили наличие у продавцов защитных масок, дезинфицирующих средств, а также нанесение специальной разметки для соблюдения социальной дистанции в торговых помещениях. На нашем рынке соблюдаются все меры предосторожности. Все продавцы в масках, покупателей без масок не обслуживаем. Средства индивидуальной защиты находятся у всех. Мы за этим постоянно ведем контроль. Мы регулярно проводим рейды. Выдаем памятки, уведомления, уведомляем об административной ответственности, о необходимости соблюдения масочного режима. Таким образом, обезопасить может себя как продавец, так и покупатель. Если покупатель приходит без маски в магазин, в торговый центр и просит его обслужить, то продавец и вправе ему, так скажем, отказать в обслуживании. У нас есть для этого разъяснение Минпромторга. Конфликтная ситуация, если вдруг она возникает, можно вызвать сотрудников полиции, для разъяснений там, в дальнейшем, если, скажем, есть состав административного правонарушения, для привлечения виновных лиц к ответственности. Нарушение постановления и игнорирование соблюдения мер безопасности может грозить серьезным штрафом. Выполнение санитарных норм и требований на торговых точках, в местах массового скопления людей в общественном транспорте находится под постоянным контролем надзорных ведомств.